Торжественный старт юбилейной всероссийской патриотической акции «Снежный десант» дали в Барнауле. На церемонии побывал губернатор Виктор Томенко. Отряды волонтеров из разных регионов страны отправились в районы с добровольческой миссией. Подробности узнала Дарья Эндерс. Волонтеры «Снежного десанта» готовы к зимнему сезону. На площади Сахарова их торжественно проводили в путь. Бойцы посетят не только районы Алтайского края, но и села по всей стране. Там они будут организовывать мероприятия для школьников, помогать пенсионерам, проводить встречи с семьями и давать уроки мужества. Губернатор края Виктор Томенко пожелал волонтерам успеха. Хочется сегодня пожелать вам, чтобы все, что вы запланировали сделать, все, что вы хотите сделать, обязательно состоялось. И это было бы дальнейшее движение вперед, развитие каждого из вас в отдельности и ваших коллективов. Это было бы, конечно, помощь людям, для которых вы стараетесь, жителям Алтайского края. И хочется пожелать вам, ребята, в добрый путь. Акция проходит уже в 55-й раз и берет свое начало в 1969 году. На сегодняшний день на территории Алтайского края сформировано 22 студенческих отряда «Снежного десанта», 2 отряда ветеранов и 13 трудовых отрядов подростков. Многие из них участвуют в акции не первый раз и с нетерпением ждут начала зимнего сезона. Я очень жду, потому что подготовка была долгая и сложная, но на самом деле эмоции, которые ждут на наших мероприятиях, они будут самые лучшие, самые яркие. Я думаю, этот момент я запомню надолго. Готовились все. Репетировали программу, учили материалы, рисовали, печатали листовки, придумывали интересные активности и декорации. А все во благо жителей Алтайского края и всей России. Дарья Эндерс, Денис Кузьменко, новости.